Дамы и господа, здравствуйте, с вами Варлок, и сегодня мы снова играем в Wild Frost. Очень уж он нас затянул. Я тут даже чат предложил, давайте во что-то другое поиграем, а они говорят, нет. Только Wild Frost. Ну хорошо, ну и ладно, мне тоже очень нравится. Мы сегодня идем на последнее 10-е возвышение. Я предполагаю, что на 10-м возвышении, возможно, будет истинная концовка. И может, мы сможем наконец-то остановить этот цикл вечного порабощения наших команд прошлых. Ну, Джонатана Тостера даже он захватили с голым гномом вместе. Что они делали вместе, никто не знает. Так, давайте играть. Давайте в забег идти. А сегодня, кстати, мы будем играть за этих, за вот этих ребят. Туманников ли, тьманников или как их там. А Варлок, где взять русификатор? Русификатор для нас сделала Нита Блейд, друг канала. И пока его нет в общем доступе, мы его тестируем. Вот. Пока что нет его в общем доступе, он у нас пока только на стримах. За что огромное спасибо, Кусь. Нити. Потом мы затестируем. Давай отправим темного варлока бороться со злом. Ага, отправим, конечно. Сейчас отправим. На 10-е возвышение отправим. Так, 10-е возвышение. Смотри, дым пошел. Это увеличение цен. Травмы, ага. Некоторые враги, боевые амулеты в ледяных пещерах. Меньше счетчик волнового колокола. Это, кстати, одно из самых опасных. А вот это еще очень плохо. Смотри. Лидер теряет половину жизни после перехода в замерзшие земли. Такая ловушка Джокера. Ну и проклятые короны. Хорошо. 10-е возвышение, мы готовы. Вот Нита говорит, русификатор будет к обновлению 1.1.1. Вот. Давай вперед. За темных воинов. Вот у нас есть героиня с ягодой, в ягодной маске. 7 жизней, 2 атаки. Исцеляет всех союзников на 3. На 3. Ну, она как большой куст. Да. 7 жизней, 2 атаки. Накладывает 1 заморозки. Ответный удар. Заморозка с ответным ударом, это очень сильно. А, ну вот это мне очень нравится, смотри. 9 жизней, 4 атаки, накладывает 3 мороза. Кулдаун очень-очень медленный. Всего лишь 6 ходов. Мороз, чтобы пройти Мокко? Слушай, точно. Вы правы. 6 ходов кулдаун очень медленно, да. Если взять эту штуку, мы ачивку на Мокко пройдем. Мокко ее ударит и заморозится сразу. Или мы проиграем. Так, как будут звать нашу холодную леди с ледяным сердцем? Кто? Кто у нас с ледяным сердцем и ответным ударом? Снегурочка? Мисс Плей? Мисс Ниже Нуля? Снежная Королева? Ответный удар очень сильный, да. Нам нужно будет ей как-то жизни вкачать. Настя? Думаете, Настя? У Насти холодное сердце, да? Точно Настя. Ну, чат сказал. Модератор с холодным сердцем. Ну, все. Бьет в ответ, да. И бьет в ответ. Только напишешь что-то, сразу тебе ответка прилетает. Ну давай. А, ну раз у нас заморозка на героя, давай, наверное, кустик тогда брать. Локи я отказываюсь. Мне кажется, он такой плохой. Бесцельность руинит все время. Да, только Настя сможет забанить Тостера. Так. Или вообще сделать супер
Или сделать супер заморозку со снегавом. Не, давай кустик. Кустик классный. Мне нравится кустик. Так. О, у нас страница журнала. Люмен формируется во время редкого феномена, когда вода, вырывающаяся из горячих источников, мгновенно замерзает, создавая особый тип льда, теплый на ощупь. Эти осколки люмен таят в себе удивительную способность усилять эффекты своих владельцев или предметов, которые были ими наделены. Город Снежвиль построен вокруг гигантского ледника из люмена, который обеспечивает его жителям теплую атмосферу, мягкий свет и питьевую воду. Безопасное убежище от неумолимого мороза. Прикольно. Да. Лучше бы денег дали. Ну что, Настя, давай. Снежонок и дикий снежок. Пингвин. Ага, мы за тьманников играем, так называемых, да? Ну давай, выходи. Ответный удар. Слушай, нам вот выгодно получается всякие штуки брать на плюс дополнительные жизни. А, подожди, что я вообще туплю? Ответный удар она делает сюда. Два урона наносит, да? А, ну нам никак не получается. Здесь только три урона с кинжала. Я все уже начинаю жадничать, смотреть, как бы тут зафармить побольше. Все мне это. Денежку подавай. Так, две заморозки. Ну, не можем себе позволить, да? Так что надо тебя заморозить, наверное. Угу. Ну, давай вот так, наверное. Кто там ответный удар еще? Как даст? Кинжал, наверное, нет смысла сейчас бросать. Наверное, лучше кустика призвать поскорей. Так, ты у нас можешь добить наверху. Ага. Если мы еще разгоним Настю, то она заморозит пингунов. Ставки забыли сделать, давай. Пойдем ли босса? Угу. Хочу в гоблина кидать кинжалы. Это плохо? Вот кто мне скажет, что это плохо, что я хочу в гоблина кидать кинжалы? А я хочу. Кстати, 3 урона от копейщиков вообще не страшно получить. Знаешь почему? Потому что акустик нас полечит. Да, поэтому спокойно получаем 3 урона, ничего не боимся. А, вообще надо было Настю подставить, что я туплю? Она бы сейчас ответным ударом дала бы. Ну, блин, я тормоз. Ой, ой, все. Не привык я, что у меня ответный удар на героя. Прям вот непривычно. Ого, сколько пингунов. Настя, готова работать? Так, ну мы тут сейчас должны снести весь нижний ряд пингунов. А, нет, тут же копейщик стоит. Эх. Так, подожди, 3, 4, 5, 6, 7. 7 урона. Ну-ка, давай полистаем. Погоди, 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 погоди. Так. Я вот что предлагаю. Я предлагаю замораживать большого, и мы сейчас будем фармить. Ничего, не боимся? А, эти же бесцельные. Настя сейчас ответными ударами снимет верхних пингунов. Даже вот так вот лучше. Знаешь что? Если сейчас всех отозвать нафиг, Настя зафармит всю эту компашку. Если кустик отозвать, смотри.
Они сейчас все ударят Настю, и она всем ответит. И чтобы это было комбо в 4 удара, нужно сделать один удар вот сюда. Она по 2 урона отвечает. Раз, два, три, четыре. У босса 6 атаки теперь, ну, все такие мелочи. Когда нас это пугало? Да? Ну, мы его на самом деле запинаем здесь без проблем. У нас заморозка, урон есть. С Настю он разгоним. И все. И победим. Ну да, тут урон есть. Все. Да, кустик себя не лечит, надо осторожно с этим. А то я забываю все время. Мне кажется, что он такой всех лечит. Двое замерзших путников или два сокровища? И путник. Тут еще деньги. Наверное, карточки и путник один лучше. Или сразу попробовать собрать полную команду, чтобы уже знать, от чего отталкиваться, да? Кинжалы вначале на самом деле очень сильные. Потому что они усиливаются от количества кинжалов. Что лучше, подбирать героев под карты или карты под героев? Вообще под амулеты. Надо героев под амулеты подбирать, но это не получится. По-моему, карты под героев лучше подбирать, чем героев под карты. Да. Кажется, карты более универсальны, и их проще собрать. Герои, похоже, что у каждого героя такая узкая специализация. Пошли тогда за героями. Угу. Плюс еще деньги. Ох, сейчас мы что-то интересное соберем. Потому что мы сейчас возьмем Дьявикро. Да. Когда происходит пожертвование, союзника получает его атаку. Один из нас. Плинтер, копирует эффекты врагов в ряду, тоже весело. Бонни очищает всех союзников, лечит, тоже хорошо. Бонни сильная, Бонни очень крутая. Мы ее брали, она имба. Но мы собираем культ по-любому. Да. Без вариантов. И давай нам что-нибудь на пожертвование. Айга. Ух, какая. Ух, какая женщина, посмотри. Ох, сильная. Властная, с большим щитом. И шипы у нее. Тоже танк на шипах, да. Дед. Бивень добавляет 3 шипов всем союзникам. Круто. Ну, шипы очень крутые. Дед. У деда вообще есть конкуренция? По-моему, нет. По-моему, он имба. Бивня мы уже брали. Деда брали, тайгу не брали. Хочу ли я тайгу? Не особо. Не особо, честно говоря. С Настей и ответкой шипы будет весело. Ну да, бивень подходит вроде как под Настину способность. Дед самый сильный. С бивнем можно подставлять мелкие призывы под смерть. А с культистом мы не хотим подставлять, мы их хотим жертвовать. Гриман конкурент деду? Дед намного сильнее. Потому что он на всех накладывает снег. Независимо от того, сколько врагов на экране. Дед мешает ответной атаке из-за мороза? Тоже правда. Ну, с бивнем мы прям собираем билд на контратаке. Давай тайгу. Да черт с ним, давай тайгу. Мы ее не брали. Она новенькая, пускай попробуем.
затестим. Правильный выбор был либо дед, либо бивень, но тайга... Добро пожаловать. Слушай, что-то она мне нравится. А, ну да, у нее глаза рыжие, как у моей жены. У меня у жены тоже глаза такого цвета. Очень редкие глаза, я их нигде больше не видел. Рыжие глаза. Этот цвета, ну как медного цвета. Очень редкий цвет глаз. А, ну что, тайга, давай докажи, что не так, не зря тебя взяли. Добро пожаловать. Тайга себе шипы разгоняет? По идее, да. У меня вопрос, у нее сейчас есть шипы? Или у нее, пока она не сходила, ничего нет? Ягодная ведьма исцеляет всех союзников на 2. А этот урон равный здоровью наносит. Вот нам, кстати... Вот это вот парня не особо пробить-то нечем, да? У нее есть шипы, справа нарисовано. Думаете, есть, да? Так, 6 урона Насте получать не хочу. Чу-чу-чу-чу-чу, совсем не хочу. Хочу делать. Тайгу подставить. Тоже не хочу. Давай, тайга, боевое крещение. А Юн-Юн нам надо приносить в жертву, по идее. Сейчас затестим. Да, есть у нее шипы, окей. Я думал, может, это ее эффект тут нарисован, что типа она получит шипы. Но она не умеет атаковать. Вот в чем проблема. Так, Настя, иди наверх. Нам нужен Юн-Юн. Призываем. Ух, Настя. Красавица. 4 шипов на тайге. Дьявикро. Ну давай бей, что ли. Пока наверх Юн-Юн нам жертва не удается принести. Я думаю, нам нужно что-то типа колокольчика сейчас. Наверх. Кустик, на тебя большие надежды возлагаем. Понимаешь? То у нас какая-то защитная команда получается. Жизни ни у кого в итоге нет. Вкладывает 4 заморозки, дальний выстрел. 6 урона. Да что ж это такое-то? 3 снега, ускорение. Замораживать надо. Что тут? Теперь у меня есть кинжалы с большим уроном. Ой, там 6 урона. И тут 6 урона. Собрали команду фигни какой-то, да? Прячь кустик. Так, если я сейчас кинжалом тык. Прячь кустик и кинжалом Юн-Юн. Ну и тогда мне убьют верхний ряд, включая героя. Окей, я поставил кустика сюда. Юн-Юн убил кинжалом. Бьют на 6, убивают героя. Бьют на 6, убивают этого. Классный план. Блин, чат. Придумали. Подождите. Тут не все так просто. Нам нужно... кидать кинжал в одну из ягодок. И снижать урон. Будет 2 урона. Уже лучше. Кинжал наверх. Подставить Юн-Юн под удар. Ну чё, какие у нас варианты? Ну тогда нам заморозят, блин, кустика на 4 хода. О мой бог. Подставить тебя нафиг. Все равно не получается. Шило на мыло. Мыло на шило, шило на мыло. Тайгу под птицу. О, тайгу под птицу можно. О, точно. Вот тайгу под птицу, это да. Это хорошо. Так, тогда мы подставляем
культиста под удар сюда. Да, он выживает, у него одна жизнь остается. Тебя под удар сюда, ты сюда, отлично. Так, тише. Кинжал сюда. О, сейчас ответка, боньк. Ага. Замечательно. Чудесно. Гоблин убегает. Гад такой. Как нам его остановить? Никак, да? Ну, никак, видимо. Видимо, никак. Давай, что ли, Йон-Йону в жертву приносить тогда. Сейчас придут еще. Давай Йон-Йон разгонять. В смысле, Явикро разгонять. Королева Глобуника. Наносит урон, равный дополнительному здоровью. 4 урона здесь. Ну, мы сейчас можем сразу зафармить с Дьявикро этого землягодку. Ах-чи. Принес в жертву. Тут же. На ответках особо поиграть не получится, да? Против такого урона. Поэтому, я не знаю, давай заморозки делать. Что у нас урона нет? А, ну мы можем этих призывов подставлять под эту королеву. В принципе, не страшно. Шипы подставить. Кустика. Так, ты бьешь сюда, ну и чё мы тут? Ничего не боимся, да? Их побеждаем. Ножами закидываем, да и все. Бивень был правильным вариантом. Ну, бивень бы здесь смотрелся очень хорошо. Ну, давай попробуем тайгу, может, она тоже покажет себя. Видишь, у тайги прикол в том, что она не зависит от... Она у нас не зависит от атаки. То есть на нее можно какие-то приколюхи, типа минус атаку вешать. Явикро не играет, а у нас под него карт пока нет. Пошли за картами тогда наверх искать. Сейчас посмотрим, какую первую вытащим. Нешкекс. Люблю. Куплю, поедем. Череп тигра. Убивает союзника, накладывает 3 зубов на союзников в ряду. О-о-о. Вот тут вот Явикро заиграет. Череп йети. Убивает союзника, накладывает 3 заморозки на всех врагов в ряду. Вот и то, и другое. И то, и другое. Можно без хлеба. Ну давай уже по тематике тогда. Блин, хотя вообще-то заморозка лучше. Ну давай по тематике возьмем зубы. Путники нам, наверное, пока не нужны. Амулет заманчиво. Но я пойду за сокровищами. Будем искать кого-то, кого жертвовать. Маска Бибопа. Эх, не то. Бибоп при уничтожении накладывает 4 поджога на атакующего. Но если мы его будем приносить в жертву, тогда атакующего не будет. Пылающий чай добавляет безумие, увеличивает кулдаун на 1 расходник. Нам безумие никому не надо, наверное. Настя? Настя безумие. Потому что у нее ответный удар. Ей, в принципе, кулдаун не так уж и нужен, да? Кстати, можно, вообще-то. Тайге бесполезно. Зубы ж не будут 2 раза работать. Кстати, не знаю. Окей, безумие подходит на героя, да. Будет на зубы работать безумие? Но только когда она их будет получать, да? Маска взрывовцы. Станция сердцеед. При атаке по союзнику исцеляет его на 1. Не знаю, кстати. Станцию может и взять. Мы же вроде лицом танчим.
Ну, давай попробуем. Мне она все время казалась полной фигней. Ну, давай затестим. Собираем мы подозрительный билд. Маска пиявки. Призывает пиявку на стороне врага. Пиявка забирает 3 жизни у всех союзников. Ха-ха. Прикольно. А. Свеча Азула удваивает поджог цели. Вот это имба. Барабан, кстати, крутяк. Кулдаун снижает на один залпом. Так, вот барабан надо будет купить. Не забыть. Пока меня интересуют амулеты. Дает залп и уменьшает атаку на 2. Интересно. Барабан по скидке. Окей. Для ачивки, да? И корону или амулет? Корона, амулет. А у нас проклятые короны есть? Да, проклятые короны. Тогда надо брать корону. Так, залп на тайгу нельзя. Уменьшает атаку на 2. Яви кросс с расчетом на то, что будем разгонять. Насте будет 0 урона. И где ей взять еще урона вообще? Больше нет, у нас бафов никаких нет. Она просто заморозку будет навешивать. Амулет на потом. Может быть. Слишком. Давайте оставим. Может, у кого-то что-то будет, да. Я думаю, разумно оставить. Ну и корону тайге давай. Явку не надо. Привет, Настя. А мы тебя тут отправили в путешествие. Нам герой попался, который всех замораживает и ответными ударами бьет. Да, и ты идешь банить тостера. Мы решили же, кроме тебя, никто не справится. О, чай. Вот и чай. Так, 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 так. Минимоко, Снежкобраз, Инферноко. Наверное, надо Дьявикро выставлять побыстрее. Что мы хотели? Кому мы хотели вот это давать? Насте? Безумие, да? Чтобы у нее она на ответку делала с безумием. Да? Да, и она будет кучу заморозки навешивать. Юн-Юн сразу под жертву. Шкабрас делает залп. В принципе, не страшно. Так, ты бьешь на 1. Ну, ты сейчас словишь у нас ответок целую кучу. И шипов. И, кстати, поставим давай станцию сердцеед сразу. Так. Хорошо. Отлично. Просто замечательно. Юн-Юн можно принести в жертву. Но вопрос, нужно ли? Или мы хотим ее принести в жертву нашей новой картой, которую мы не вытащили? Конечно, хотим. Барабан, барабан, бьем в барабан. Замораживаем, кого заморозить, заморозить, кого заморозить. Кому заморозку, заморозка по акции, заморозка.
Давай тебе. Морознику заморозку. Надо было кустик оставить. Это. Кустик! Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Стоять. Маруська, ты в ответку давай. Кустика выставляй. Угу. Ой, хорошо. Ой, билд на шипы. Ай да билд. Ай да шипами. Шипит. Угу. Круто. Дальше. Кого еще разогнать? Принести в жертву Юн-Юн все-таки. Давай сейчас принесем, а то она скоро отвалится. И давай Настю просто разгоним, да и все. Череп тигра. Можем станцию. Мы можем даже станцию жертвовать. Интересно. Билд на шипы хорош, если не одно но. Ну да, одно но в том, что мы подставляем наших героев под это дело. И это опасно. Босса добить? Просто босса добить, да, думаешь? Ну давай добьем, ладно. Хотя, за куда мы спешим? Босса 7 урона? Так, а и чего? Он заморожен? Он заморожен. Давай лучше Настю разгонять. Ну ладно, давай, добью. Так уж и быть. К сожалению, не сможем задние ряды снести. У нас залпа нет. А, у нас есть контрудары. Ну, было бы хорошо. Так, ты бьешь двоих, да? А ну-ка, череп тигра на станцию сердцеед. Шипов. Ух, ах, классно. Шипы весело, а мы так мертвы. И в какой-то момент я это все дело смисплею, и мы просто помрем совсем. Полностью. Тут один мисплей и конец. Три. Два, пять урона. Вроде нормально. Вроде сейчас всех должны снести. Вроде все должно быть нормально. Окей, давай на всякий случай вот так. 3 плюс 1, ну да. Эй, ты давай ходи тоже. Трус! Сбежал! Трусишка. Так, сейчас одну секунду. Варлок, привет, ты плохой, ты заставляешь меня покупать рогалики, в которые я обещаю себе зайти, но так как работаю 7-0 на двух работах, не успеваю в них поиграть, спасибо за контент, ты лучший. Павел, ноль проблем, рад помочь. А, в смысле, извини, не хотел тебя это... Извини, я не специально. О мой бог, добавляет... 2х использование и расходник. Добавляет x1 бесцельность. Стоять, Маруська. Все эти безумия. У нас тут такой комплект амулетов. По-моему, мы можем сделать гиганастю. Мы не можем ей дать расходник. Но мы можем это... Мы можем ей дать еще бесцельность к ее ответному удару и безумие. И залп ей можем дать. Надо только урона ей найти и все. Окей.
Смотри, светящийся сундук. Пошли туда. Там светится. Чики-чики-чики. Чики-чи. Чикани. Лемон-джу. Пш-пш-пш-пш-пш. Когда становится целью пожертвования, призывает чикани. И потом этот призывает чикасана. Окей, надо брать чики-чи. Это для дьявола нашего будет. Один мисплей конец, говорите. А, она воином идет. Окей, Блин, кустика что ли убирать? Окей, мы подумаем. Мисплей, привет! А ты что здесь делаешь? Мы думали, у тебя отпуск все еще, новогодние каникулы. Спасибо за 89 сердечком. А, мисплей, у нас все хорошо, мы сами справимся. Жидкость люмен. Можно использовать, чтобы что-то починить. Это квестовый предмет. Это как кристаллы в Slay the Spire, да? Это надо куда-то отнести, где-то использовать. Угу, прикольно. Чтоб на сердце, наверное, пойти или что-то. Яйцо в пегляне. Надеюсь, что нет. Так, ну что? Давай залп Дьявикро дадим. Я залп Насте с ее ответным ударом и заморозкой. Ух. Залп и бесцельность вместе не работают. Да. Я думаю, залп надо Дьявикро давать, потому что мы ему будем урон разгонять жертвами. У него будет сначала 0 урона, но мы его разгоним. А бесцельность, Настя. Да. Настя банит всех подряд. По кнопочкам попадает плохо. И двойное действие и расходник на... А, на колокольчик. Не уверен, как череп тигра будет работать. Типа тройной эффект. На чай нельзя. Будет ли она убивать трех союзников, череп? Возможно. Снег дешево и сердито. Ну, давай пока не будем. Надо найти что-то другое. Да, я думаю, что череп троих убьет. Привет, милый. А я с подругой. Как ты вообще относишься к тройничку? Правда, там будет нюанс. У меня есть один тройник возле кровати, чтобы это заряжать два телефона сразу. Так что тройники хорошая, нужная вещь. Смерть и руина Варлока. Спасибо большое за донат. Так. Чики-чики. Дьявикро. В комплекте. Откуда будет Настя брать урон? Зачем? У нее эти заморозка есть. У нее и так все хорошо. Конкер наносит дополнительный урон, равный орехам. Ого! Ореховая ведьма накладывает орехи на всех союзников. Угу, понял. Ну давай, Дьявикро, выходим. Эту штуку надо сыграть или что? Так, они тут сейчас кучу... Да надо играть? Не, она не играется, смотри. Может, она на ласт босса будет кинуть. Так, ведьма бьет наверх, получает ответку с шипами.
Ведьма бьет сюда, получает ответку от Насти. Ну, лучше мы, наверное, ничего не сделаем. Там 4 урона. Наверное, надо жертвовать не культиста. Так, хорошо. Ух. Айга. Дьявикру. Ну, дьявику проявился урон. Чикани. 4 атаки, 4 жизни. Но пожертвовать чекани уже сложнее. Так. Кстати, она и неплохо дерется. Там 4 урона тоже хорошо. Явикро бьет залпом. Всего лишь на 2, правда. Нам нужно замораживать конкера. Да, конкера надо заморозить. Разогнать. Честно говоря, чекани разогнать, да и добить нижнего. О! Настя, красавица всех. А, их так много, а еще пекан какой-то пришел. Пекан, ну ты чего? Что ты тут делаешь? О, череп. Так. Череп, череп, череп. Череп, череп. Давай череп. Дьявикро 6 урона. Ну и Чикасан самая мощная. А, она еще призывает Чикаши. Там уже 8-8. А, они бесконечно, что ли? Смотри, когда становится целью пожертвования, призывает Чикагору. Ичнисанши-гор. У, мой бог. Они до 10 будут считать? Круто. Я уже не уверен, что стоит жертвовать дальше. Так, знаешь что, тайга? Конкер. 12 урона, да? Ну, конкера надо заморозить. Что тут делаешь? Знаешь, в чем у нас самая большая проблема? В заморозках. Их нет у нас. Вообще. ХП нет, и вообще ничего нет. Воды нет, еды нет. У Насти 2 жизни вон осталось. Ты это... А эту вообще завалили, тигрицу. Колода фигня, знаешь почему? Потому что у нас контратаки. Как и контратаковать против чуваков, которые бьют на десятку? Ну как? 4 урона. Нет, мы сможем разогнать, заморозить там сверху. Гоблин убегает, даже не смотрите на него. Гоблин убегает. Олго. Когда по нему попадает, получает плюс 1 атаку. Мы крутим рулетку. Чай. Чай Настя. Наверное. Не знаю, Юн-Юн призвать или чего. Давай вот так. Или надо было Чикасане. Чаю, может. Конкер будет бить. И это будет больно. Мы подставляем Юн-Юн просто впитывать удары. Вариантов нет. 5 урона, ну да. 2 урона, 5. Ну, допустим, впитываем один удар здесь. Да. Ну, что нам остается делать? Ну, хотя бы сейчас Настя даст жару. Там 6 урона, 2 плюс 6, как раз так вот. Тык. О, заморозка, заморозка рулит. Нам заморозки не хватает в колоде. Вот чего не хватает. Чикасан, ты готова?
эти мне шипы, я не знаю. Что мне с этими шипами делать? Толку от них? Я же не могу получить урон от этого, от босса. Какой мне смысл жертвовать Чика-сан? А, хотя после Чика-сан призовется все равно этот новая. Да, Чикаши. А, нет смысла не жертвовать. А потом будет Чикагору еще. Там вообще 10-10. Класс. Окей, все, теперь я понимаю, зачем. Да, нет смысла не жертвовать, скажем так. Ну да. И у дьявола будет больше урон. Но это, конечно, по лезвию бритвы. А, чики-чики с ранением. Это, кстати, хорошо. Тайгу жалко, тайга старалась. А еще тайга трэш. Только вы ей не говорите, ребята, она обидится, но она трэш. Надо ее поменять на кого-то. Черепазула. Убивает союзника, накладывает 4 огня на ближайшего врага в ряду. Маска пом. На стороне врага. Призывает пома. Добавляет залп всем врагам. Ну, то есть, всем нашим будет залп давать пом. Мимик срабатывает, когда союзник в ряду атакует. Интересно, вот это мимику можно дать? Наверное, нельзя. Мимик под героя? Впереди удаление. Да, ну нам тут есть что поудалять. А, брать ли еще одну жертву? Мимик слабый, ему урон нужен. А мы уже все амулеты навешали на своих. Наверное, жертву надо брать, да? Мы же все-таки через нее разгоняемся, да? Путь, кстати, куда? Сюда, сюда. Даже не знаю, что выбрать. Окси, привет. Шен накладывает один поджога, увеличивается на один, когда по ней попадают. 5 танк. Истричка-ягодка. Когда по ней попадают, добавляет потерянное здоровье случайному союзнику. О! 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 Сестричка! Привет! Что ж, тайга, иди-ка отдохни, а? Хотя вот тяжелый день был. И это... Посиди. Чаю попей там. Чё? Куда тебе спешить-то? Так, вопрос. Клинки. Клинки. Колокольчик оставляем, да? Может, мы его чем-то бафнем еще. Я думаю, клинки, да. Что-то удалять надо. Уже не актуально, да. У нас есть хорошие источники жертв. Вопрос. Может, вот эту штуку все-таки прямо сейчас навесить? Просто на колокольчик. Все-таки 3 жизни — это 3 жизни. Для всех в ряду. Этот. Ну и играть его больше одного раза не хочет. Не хочется. Я думаю, это нормально. Это не имба, но пойдет. И минус карта, и тройной эффект без минусов. Хорошо. Ставки, кстати. Пройдем ли босса? Давайте. Че у нас корон нет? Я их забыл поставить? Нет, у нас их просто нет. Так, сестричка. Давай, привет. Заходи. Дьявикру тоже выходи, жертв нет. Ой, Настя уже урон получила. Молодец, Настя, что урон получила. Так, а у нас тут, я так понимаю, что этот Дрек сходит, да? Ну, сестричку мы жертвовать не можем. Сестричка сейчас будет танчить. Танчить залп будет. Блин. Кажется, что у нас проблемы. Нож, что ли, кидать в кого-то?
Ну давай. Давай в тебя. Дьявикру 0 урона. Нам нужна корона на Чика-сан. Ее нет у нас. Простите, на Чики-Чи. Ну надо, надо Чики-Чи. Вариантов нет. Значит, Дьявикру буквально ничего не делает. 4, 2, 2 урона. Чем танчить-то будем, а, капитан? Настей? Настя, будешь танчить? А вот Чики-Чи в жертву. Колокольчик тоже надо бы сыграть, но тогда мы не затанчим верхний удар. Дьявикрон может удар... Нет. Нам нужно жизни давать Дьявикро, Насте и сестричке. Не Чики-Чи. Надо жертвовать Чики-Чи как можно быстрее. Это все можно пережить. Чики-Чи должна быть принесена в жертву. Окей, заморозки от Насти шикарные. Тут ничего не скажешь. Вот, вот теперь можно сыграть колокольчик. Оттягиваем неизбежное. Да, вот оно неизбежное. А теперь чего? А дальше что? Два удара по 5 залпом. Здесь этот кого-то захавает сейчас и получит атаку и защиту цели, возможно, съест Бигфута и сделает 10 урона и шотнет Настю. И этот потом... А дальше чего? Нет урона. Приехали. Ну все, приплыли. Тикание, если умрет, не переродится. Так мы сейчас героя потеряем. Мы сейчас всех потеряем. Чего тут? Переродиться, не переродиться. Нам конец. Мы слишком медленную колоду собрали. Это как в шпиле, когда ты собираешь какую-то лабуду за дефекта, где у тебя все карточки ничего не делают первые 4 хода. Ты играешь 10 талантов, ничего не делаешь, потом такой на 5-й ход удивляешься. Блин, а почему у босса полное хп, он наносит 200 урона, а я вот ничего до сих пор не сделал? Надо на кого-то кинуть заморозку. Нужна заморозка. Так, если заморозить Бигфута одного, тогда мы словим тык. Останется одна жизнь, тебя добьет Громбл. Вот этот чувак в теории может шотнуть Дьявикра и Настю, и всех. Что если он съедает Бигфута, у него 10 урона становится. Или он съедает после атаки. Он сначала атакует. О, тогда все нормально, подожди. Тогда мы можем подставить Настю под удар. Заморозить Бигфута и поставить Дьявикру сюда. О, окей, так нормально. Четыре, пять, девять. Ровно 9, но у нас станция сердцеед. Она отхилит. Все нормально. Вот так. И одного Бигфута в заморозку. Я все посчитал. Перфекто. По лезвию бритвы. Дьявикро, залп на 1 урона. Так, нам нужна жертва. Есть. И 4 поджога на ближайшего врага. Ну-ка. Нам поджог нужен вниз или вверх?
Не забывай отзывать сестричку Ягодка. Подожди, нам эти два урона, может быть, зарешают. Может, нам ее в жертву придется приносить. Черепазула на чекане. Поджигаем. Здесь становится 5 урона. 5 плюс 4, 10. Ягодка бьет, и верх взрывается. Окей. Либо то же самое провернуть внизу. Там громблы, они не страшные. Здесь босс с залпом, он намного страшнее. Окей, думаю, мы делаем вот так. Поджог, дьявикро бьет. 5, потом ягодка тык. А, ты должен был взорваться! А, блин. Луч солнца золотого. Что если разогнать Настю на нижнем ряду? Она там всем устроила, всем показала. Можем Чика-сан снова в жертву принести. Прямо сейчас. Делать шипы для дьявикро. Наверное, правильно. Собираем гипердэмэдж на дьявикро. Окей, Громбл бьет на 2, аккуратно, не убийца. Там залп! А, я знаю, что делать с залпом. Паляющий луч. Снижает кулдаун на 2. Но наносит 1 урона. Там 4 поджога. Кидаем сейчас сюда луч, наносим 1 урона. Кстати, даже лучше. Окей, по-моему. Могу просто Настю разогнать. Нет, у нее бесцельность. Могу ягодку разогнать. Она сделает то же самое. Но лучше, да? Чай для Насти срочно? Подождите. Погодите. Зачем своих дамажить? А ягодка тогда одному из наших передаст жизнь. Одну. Разгоняй птицу. Не-не-не-не-не. По-моему, ягодку разогнать правильный вариант. Бабах. И вот теперь птица будет бить по боссу. Не-не-не, все правильно. Окей. Здесь залп. Кстати, залп всего на 5 урона. Вот теперь ягодку можно отзывать. Шутки шутками, а птица танчит. И мы ее сейчас можем разогнать, чтобы она сходила. Ромбл бьет дьявикро на 4, но мы не боимся. Смотри. Тык. Птица вообще пофиг. Блин, птица жесткая. О, боже мой, их так много! Крути педали. Окей, есть жертва. Жертву вниз. Чикаши вниз. Дьявикро фигарит по низу. Бабах! Все взрываются. 11 урона. Или можно что? Наверху он тоже всех снесет. Но, по-моему, мы можем здесь уже начинать жадничать. У нас все хорошо. А, у него 19 стало внезапно. Красавчик. Теперь то же самое провернуть наверху. Подзаморозить Бигфута, чтобы точно никаких проблем не было. И дождаться хода дьявикро, он шотнет весь верхний ряд. Так, ты не торопись. И не спеши. Ой. Давай разгон поищем для дьявикро. Ага. Пошли. Окей. Теперь я его разгоняю, и он шотает всех одним ударом, и получаем кучу денег. Смотри. Тык.
О, классно. Слушай, какой билд. Какой билд. О, мой бог. Тайга, она излечила травму. Ура. Мы, конечно же, никогда ее не возьмем в команду. Магазин светится. Предполагаю, там еще будет квестовый предмет. Скульптор теней предлагает что-нибудь скопировать. Корону надо снять с тайги. Она в короне! Тайга, дай корону, блин. Я тики дал. Сразу корону. А лучше тики, чем Диавикро. Диавикро без чики ничего вообще не делают. Копировать заморозку? Может быть. Или за амулетом пойдем. Слушай, на самом деле колокол копировать. Тройной. Нет, черепов точно хватает. Больше черепов не надо. Амулет перспектива, да. Мне кажется, что ягодный колокольчик копировать будет классно. Хотя заморозки не хватает. На колокол амулет плюс один к эффектам. Это правда. Может и рано его копировать. Попробовать найти плюс один к эффектам и вот тогда скопировать. Хорошо, давай тогда этот. Пойдем через амулет пока. Сок пихотай. Увеличивает здоровье на 4. Предсмертный чай. Убивает союзника, добавляет его атаку всем союзникам. О, мы, наверное, это возьмем. Вот это да. Чаек. Хорош чаек. Вкусный. О, амулет на плюс 2 урона. Так. Ну вот это вообще интересно. Сейчас кому-нибудь выдадим. Наверное, Настя. Или Дьявика. Посмотрим, что здесь. Боевой топор Фарумазулы. Нам уже не особо актуален, да? Разбитая ваза, может есть способ ее починить. Давай, о! Ваза люмин. Накладывает один. О! Удваивает эффекты цели, снимается, когда люмин накладывается на другую карту. Ваза люмин удваивает эффекты цели. Снимается, когда люмин накладывается на другую карту. Интересно. Корона нам нужна, да? Ну, корона точно нужна. И корону, наверное, Диавикро выдаем. Хоть она и проклятая, и типа он. Ну, атаку он не потеряет, да, у него. И так ноль. Ну, жизнь одну потеряет. Ну, зато корона. Давай посмотрим, что здесь. О! Атака. Тоже, наверное, Диавикро отдадим. Атака, кулдаун и это на 3. Корону надо было чики. Точно. Надо было проклятую корону чики, а Диавикро обычную. Чики это бессмысленно давать, нет? Она все время с травмой будет, у нее урона не будет. Сейчас посмотрим, подождите. Уменьшает кулдаун на 1. И давай еще один. Мы все купили. Когда расходуется, добавляет 2 здоровья всем союзникам. Окей, я точно знаю, куда я клубничку ставлю. Угу. Кулдаун уменьшает на 1. Но это либо Настя, либо Диавикро.
Надо делать мега Дьявикро. Надо ему сейчас сделать кулдаун 3 и потом еще уменьшить кулдаун на 1. И у него будет кулдаун 2. Вот так вот. У него, правда, дэмэджа вообще нет. Ну, дэмэдж будет у Насти. Все, сделали. Надо теперь только вот его как-то дожить, разогнать. Я не буду больше ничего тут покупать. Как-то дожить, разогнать, прожить, пережить. И будет классно. Кранкер. В кранкер нужна заморозка. Их нет у нас. Как мы шипы будем проходить? Вот у меня есть одна заморозка. Слушай, а если я подожгу... Если я подожгу стену с шипами, по идее, она это сразу... Да, она сразу взрывается. Так, Дьявикро сразу бить хочет. Ну что, предсмертным чаем сразу эту... Тикани тоже в жертву. Чё бы вы не разгонять, да? Куда мы? Чай на лидера нельзя сыграть? Ну, можно, да. А, вот этот чай? Просто убить себя? А, можно. Чё нельзя-то? Кто ж тебе запретит-то? Ух, 12 атаки. Красавчик, красавчик. Так, Настя, ну тебе наверх. Этот, и... Тут сейчас будет бомбарда на 8 урона, что нас вообще никак не устраивает. 5 урона у громилы. Да что, где ж вы этот берете еще? Кстати, можно подставить вот... Да нельзя, блин. Окей, мы можем подставить Чика-сан под удар. И потом мы ее пожертвуем на следующий ход. А босса будем замораживать тогда. Так. Шипы. Шипы. Настя накладывает заморозку, конечно, но... А, Настя не может урон от шипов получить, потому что она заморозку накладывает. Чё я туплю-то? И Чикасану теперь клинком в жертву. О, 18 урона. Так, о, 2 стены с шипами. Окей, Настя, тебе задача с ними разобраться. Как хочешь. Не буду пока чай играть. Подожди. Чикаши. Тоже в жертву можно. Ягодку, конечно, не выставили. Не, наверное, лучше сейчас ягодку выставить. А теперь... В жертву Чикаши. А? Бабах! Главное, Дьявикро стал стеклянной пушкой. У него 3 жизни, блин. Окей, сестричка, не трогай. Не трожь. Давай качать хпшку. Фух. 26 масс урона. Ух. Кстати, шутки шутками, а Чикагору тоже не слабо бьет. Вообще не слабо. Разогнайте всех, что ли? Давайте. Бабах. И все? Дьявикро выигрывает? Ну да. Просто берет и выигрывает всех. Капец. А, тебе один урон, а чтобы комбу сделать. Вау.
Минус 3 жизни у Насти. Несть, Настя! Есть плюс 6. Плюс 6. Лягушачий амулет добавляет 4 ярости. Носит дополнительный урон, когда карта находится в ряду в одиночку. Прикольно. И очернение. Очернение. Ну. Окей, дополнительный урон в ряду в одиночку, наверное, Настя надо давать. Типа мы ее часто подставляем. Плюс 2 к лимиту компаньонов. Слушай, давай лимит компаньонов. Может еще кого-то на жертву найдем. Или ну, не знаю. Можно с собой взять, в принципе, тайгу и кустика. Просто, ну, не то чтобы как мясо. Ну, как это, отряд специального назначения. Насте нет времени объяснять. Бей стену с шипами. ПС, скелеты стреляют стрелами. Эпигор, спасибо большое за донат. Не, Настя справилась. Она хорошо била эту стену со стрелами. Слушай, я насчет лягушки вообще подумаю. Может, и не надо ее брать. Я думаю, нам надо к живуну. Колода огромная. Особенно если мы сейчас возьмем еще кустика с собой. Ставим один клинок на всякий случай. И нормально будет. Где у Насти ХП? Нет. Нет ХП, а где мне его взять? Где я возьму ХП? Мы будем колокольчики играть, я не знаю. А, кустик, давай тоже, в общем. Амулет не пропустил? Не. Ой, кабаны. Вот тут бы ответный удар Настин бы зашел. Тут же кабаны, ёмпересете. Так, ладно. Сейчас посмотрим. Кабаны на следующий ход уже бить будут. Диабикрут тоже будет. Можем чики-чи сразу в жертву принести клинком. Я думаю, это логично. Потому что там одна жизнь. А уже на следующий ход будем приносить что-нибудь получше. Ну, Настя тут ответными ударами размотает. А если мы сейчас станцию сердцеед выведем, тогда вообще ничего не страшно. Тогда эти один урона от кабанчиков нам ни о чем. Да, видишь, Диавикроп. Явик Ромас урон. Он ударил этого кабана, кабан его ответил и убил его. А, ну да. А, ну да. Ответный удар. Я забыл, что у него ответный удар. Окей, мы проиграли. Хороший был забег. Чикани его сейчас ударит, получит ответ. В ответ 4 удара по 5, и у нас умрет вся команда. Мы ничего не можем с этим сделать. Ставь тайгу. Не поможет. Надо было череп на чику кинуть. Вообще-то надо было, да. Блин. Стали. Чат написал, ставь тайгу. Надо было чику жертвовать. Да, она бы стала больше и выдержала бы удар хотя бы один. Теперь чего? Ну, Настя, готова тащить. Там у нас кустик есть. Давай, Настя, как хочешь. О, мой бог. Удваивает эффекты цели. Нам здесь, знаете, что надо было? Нам здесь заморозка нужна была. Этот чувак бьет на 25. Колокольчик не поможет, он бьет на 25. Его только замораживать. Барабан. Барабан и надеется, что Настя в него попадет.
Если не попадет, нам хана. Люмен на Настю. Я играю люмен и проигрываем. Он убьется об шипы. Тут всего два шипов. Не убьется. Надо ускорять. Промахнулась. Классный билд! Такой хороший билд! О, мой бог! Одна секунда! Буквально вот долю секунды ты завтыкал, и все. Один мисплей. Одна ошибка, и ты ошибся. Вообще, вот просто жесть. Синяя команда сейчас срубит денег. Ох ты, ё-моё. Капец. Может, стоило колокол, чтобы она пережила ответный удар и заморозила? А, может быть. Может быть, надо было колокол, не знаю. Но у неё ответный удар всё равно с бесцельностью. Ну что так, что так. Либо она атаковала, либо она вбила бы в ответку. Ты за прошлый бой не выдал ставки? Да? Чат, чё вы не следите? Это было со старого босса? Надо было следить. Кабаны убили второй забег. Да, кабаны вообще жесть. Кабаны очень жесткие, потому что ты на них смотришь, такой, ой, так что эти кабанчики, они вон, у них одна жизнь. Да сейчас я их тут всех раскидаю, бах, бах. А у кабана ответная атака. И все. И все. Жесть. Приручен новый питомец. Ура. Снизил. Добор один, когда по нему попадают. Ого. Вау. Да, очень сильно. Да, очень мощно. Да, учитывая, что вообще в игре добора почти нет. Там что, один амулет есть на добор, да? И какую-то одну карточку мы видели. Ему хпшку вкачать, и имба готова. Снегав тоже очень сильный, но... Кстати, статы. 6-2. А? Статы-то... Супер.